Ну, это было видео без комментариев о том, как продолжается уборка снега в столице. Между тем, больше 55 тысяч кубометров снега вывезли коммунальщики Астаны только за ночь. И, судя по прогнозам, аномальные осадки на большей части Казахстана продолжатся. По данным Казгидромета, обильный снегопад ожидается на западе и в центре страны. Усиление ветра до 30 метров в секунду прогнозируют в Актюбинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областях. По республике туман, гололед. Из-за ухудшения погоды закрыты республиканские трассы в 7 регионах.